Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. И сегодня мы с вами посмотрим на одну из самых интересных и смешных сборок на основе Windows 98. И называется данная сборка Windows Oleg. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите вам о канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! Образ диска данной сборки у нас полностью загрузочный, и мы тут видим два варианта загрузки. Boot from Jeppa. Boot from, да, здесь некоторые есть нехорошие слова, я их зачитывать не буду. Сами понимаете, по какой причине, но тем не менее. Выбираем вариант второй и нажимаем Enter. Так, тут три варианта. Загрузить, скажем так, MS-DOS. И первый запуск установки. Давайте мы сделаем запуск установки. Нужно будет немножечко подождать. Здесь только русская версия данной сборки. Нажимаем Enter. Так. Установка Windows Oleg. Во, и посмотрите, это какое-то странное 8-минутное изображение. Тут сразу выскочила опасная защита. Это я, когда тестировал случайно этот установку, прорвал. Это, скажем так, было за кадром, но тем не менее. Опасная защита. Предыдущая попытка обстановки не была завершена. Если выбрать опасную защиту, то что-то... Штукатуривание окон будет прорвано с того места, на котором оно было возобновлено. Если не будет выбран режим опасной защиты, процесс штукатуривания окон будет повторен с самого начала. Давайте не использовать опасную защиту, нажмем далее. Так, сбор сведений, отправка в ФСБ. Копирование файлов до взлома жопы. Перезагрузка компьютера. Настройка по и параметров. Да, я согласен с авторами этой сборки насчет вот этого вот словечка. Так, доктор Мом, продукта может быть просрочен на 15 суток, или вы сядете на 15 суток. Как правило, садятся за репост, он находится на обратной стороне страницы Mail.ru. Windows.mail.ru. Ведите... Это имеется в виду, введите ключ продукта. Материнский капитал, видите, написано. Здесь может быть все что угодно. Давайте введем все единицы. Так. Вот так. По-моему, подходит, потому что... О, все. Идем дальше. Выбор. Выберите папку до штукатурования окон Олега. Другая папка или вот это. Выберем первую по умолчанию. Нажмем далее. Внимание. Ну да, да, да. Это я когда тестировал случайно. Так. Идет подготовка прописки Windows и проверяется, достаточно ли бабла на мягком диске для установки Олега. Так, идет поиск там уклонистов от армии, там ищется бабло на мягком диске. В общем, эта сборка, наверное, для вас точно будет интересна. Так, вид что-то штукатурки. Выберите нужный вид штукатурки и нажмите кнопку «Далее». Грузины подходят для большинства... Подходят для большинства штукатурок. Халтурно, то же самое, но дешевле по цене, как в Доте. То же самое, но еще дешевле, но если развалится, не орите. И не жалуйте штукатурчику. Так, до опытных Олегов, если вы не Олег, идите, давайте выберем последний вариант, настраивать, нажмите далее. Так, идентификация. Укажите свое ПИО, серию, номер паспорта и всего, что только можно. Эта сборка просто фонит. Нужно обязательно указать ваш серийный номер паспорта, а если его нету, выключите виртуальную машину навсегда. Авторы знают, что я буду эту сборку на виртуальную машину устанавливать. Да уж. Давайте просто напишем свое имя. Давайте на русском даже напишем. Организацию Avalar. Боярышник форта Avalar, надежный друг вашего сердца. Усиленный калий позволяет сохранить ваше сердце надолго. Боярышник форта. Так, нажмем далее. Здесь какой-то стандартный текст. Даже видите, тут изменены названия папок, например. Говорится о преобразовании дисков жирный. Давайте мы, наверное, все это сейчас выберем. Быстренько сейчас мы все захватим. Вот, отлично. Нажмем далее. Так, все оставим здесь. Так, имя компьютера. Давайте так и оставим.
Настойка компьютера. При штукатурке окон Олега будут использоваться следующие настойки. Если вы не хотите стать самогонщиком, выделите соответствующую строку в списке и нажмите кнопку «Изменить». Замечание, если вы не хотите изменить жене и не попасть в программы типа «Брачные чувства» или «Опасные связи», нажмите на крестик. Проверьте и при необходимости уберите состав установок экспериментов. Эксперименты! Так, смотрим далее. Так, ваш адрес прописки. Windows Олег облегчит получение САСов, используя водоканалы, разработанные для доставки тренделей на ваш домофонный калькулятор. Выбор правильного места определит основные настройки для наложения штукатурки. Давайте выберем. Так, закручный дик. Сейчас будет создан закручный диск. Исправим прочитал. Нажмем далее. Если в Дунгике революции возникают палатки, можно использовать закрученный диск, туалетную бумагу или президента, чтобы найти и устранить палатку. Господи. Так. В диска. Диска. Посмотрите на гриз, как загруженный диск. Дик Олега и его... Предупреждение. Все заметки на этом диске будут уничтожены. Чтобы продолжить, нажмите кнопку КОК. Чтобы пропустить загрузочного диска, нажмите кнопку АННУЛИР. Нажмем АННУЛИР. Так, теперь имеются все необходимые данные для отправки ФСБ и начала штукатурования окон у Олега. Так, чтобы приступить, нажмите далее. Давайте все нажмем далее. Откиньтесь на спинку кресла и отдохните, пока Windows Олег уничтожится на ваш компьютер. Во время установки вы узнаете о том, что за эту фразу нас чуть не засудили. Почему Малышева моя жена? Windows Олег позволяет... Блин, надо как-то замерить. Ладно. Современные технологии. Эта новая версия включает сотни налогов и новых кредитов, разработанных на основе предположений от Владимира Путина и опыта технической системы поиска 3-2 раза. Как и Windows 98, Windows Олег поддерживает самые современные псоды, одновременно обеспечивая лучшую бомбежку оборудования и малолетних дебилов, как Тимур Рассол. Так, простота использования. Навигация по дискам компьютера и интернету стала проще, чем когда-либо. Так, улучшенная... Так, что-то... Учим алфавит с Бизином. Вы на канале Мистер Макс. Так, да-да-да, стандартная история любви Андрей Гавриров, вы это все прекрасно знаете, можете сами почитать и поставить блог на паузу. Индюкатор. Появился, здесь непонятно сколько осталось, 22. Ну, 22 раза осталось, короче. Коммунистические возможности играют в гимн СССР. Windows Олег имеет в своем составе прекрасный набор программ, с помощью которых вы сможете разглядеть все, что есть в мире. Новый Windows. С помощью программы Секундер Путин всегда будет садиться на 15 суток и кричать «Ничего хорошего». А как обмануть людей на деньги? Windows Олег предлагает вам предоставиться магом и колдовать баками себе 5000 купюр быстрее. Мастер быстрее. Так, минутка астрологии. Астролог Василиса Володина рассказала, что в марте разбогатеют такие знаки, как доллар и евро, мои самые любимые знаки зодиака, а все остальные будут выдумывать себе депрессию 12 лет. Да, во времена, когда еще была, скажем так, пандемия, тогда курс доллара и евро очень сильно вырос, и на фоне сейчас всех известных событий тоже. Высокая надежность. Благодаря множеству усовершенствований нового набора программных инструментов можно взломать Пентагон на высоком уровне. Так. Программа проверки обнаруживает и помогает устраивать им протесты. Если работа железяки завершена правильно или вы устали на работе, автоматически запустится программа Сран Диск, которая застрет весь диск ненужными антивирусами. Так, внизу написано, а мы знаем, что ты делал прошлой ночью. Увлекательные в часы досуга. Играть по фейкому. Играть в компьютерные игры стало по-настоящему увлекательно благодаря поддержке 5 класса. Так, тут слишком все будет проходить, но ладно. Доступно каждому. Windows Олег обеспечивает новые возможности. Каждому по 2 копирайт попугай. Абсолютно рекусы. Следите за обновлениями в One Ratchet Mega Олег. Шнур
обнагление Андрейка и так далее и тому подобное там было. Так, вот у нас Бизин 225, Илья Прокопенко, Даниэль Бесливит и Джоузе Миков. Будь я правильно прочитал. Спасибо за ваш выбор, у вас его нет. Не забудьте забыть ваши вещи в Олеге. Разработчики Олега вот перед вами, я уже только что назвал этих людей. Что можно сказать, одна из самых интересных сборок, только почему-то сейчас дошло до момента, когда она перезагрузится. Перезагружаем операционную систему. Так, загружаемся мы уже с жесткого диска. Красивая заставка, одобряю. Где подготовка к запуску? Рекурсивный пушной! Пушной! Эксперименты! Так, настройка системы. Определяется состав молока, что может приводить к псоду, если компьютер в течение долгого времени не отвечает по нему снова. О, господи. Так, ну здесь что-то они поленились. Если честно, они что-то поленились здесь поменять. Название там, свои надписи поставить. В общем, давайте я на этот момент пропущу пока. Пока пропущу, а там, когда будет уже подходить концовка установки, я обязательно запись возобновлю. Очень надеюсь, вам понравится данный ролик. Очень на это надеюсь. Одному подписчику говорю спасибо за данную идею. Так, здравствуйте, в эфире программа «Время». Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Так, давайте выберем свой весовой пояс. Так. Регуляр, панель управления. Так. Установка Windows Олег. Бассейне штукатурка окон Олега. Код трудотерапии. Насколько я помню, такого злого слова еще не было. Так, пошли ошибки. Но это нормально. Нормально. Это же Windows Олег. Здесь все что угодно может быть. Поэтому ошибка у Internet Explorer — это вообще абсолютная норма. Все нормально, все очень хорошо. Так, давайте пока я вот это вот так вот. Хоп! Делаю. Так, что у нас тут? Запуск приложения на травке. На мазианной панели. Прыгаем и главного бухменю. Типа в меню что-то заказывали. Так, производится. Ну ладно. Все, давайте перезагрузимся. Легендарная заставка. Как говорится, сильно нулевые напоминает, особенно Воронинах. Загрузочный экран не поменяли. Видимо, его поменять не получилось в тот раз. Или, возможно, его и не надо менять. Так. Тут. Написано, короче, что сейчас загрузка. Так, уже идет запуск. Так, давай, родимый, давай, именно так, вот так. Стандарт тоже окошко, не знаю, окей. Идет создание всех сил зла. А мы уже неизвестно устройство. Так, ну давайте, последняя штукатурка окон Олега. Программа совершила нелегальную операцию и будет закрыта на 15 лет. Если это не гречено будет повторяться, обратитесь в полицию. Обязательно. Давайте закрываем. Так, пошло. Так, все. Пошли у нас уже настройки. Вот у нас отобразился рабочий стол. И давайте, чтобы нам было, кстати, комфортно смотреть данную сборку, я все-таки сейчас установлю VMware Tools. Так, Workstation, не могу свою машину, но не пакет VMware Tools. Операцию поставим все-таки сюда VMware Tools, почему бы и нет. Пока я буду ставить, запись приостановлю, потому что здесь ничего интересного пока не увидите. Все, друзья, я быстренько уже установил виртуальные драйвера, теперь полазим по самой системе. В системе, так, мои мемы. Сюда можно реально свои мемы скидывать, мои мемы. Так, что у нас тут по программе? Multiresource Windows, любители копаться в коде, 2К19. Это, кстати, год выпуска сборки. 2019-2020 года это выпуск. Так, правами использования Windows Олега, можно так сказать, обладает оборот. Отобразилось. Так, закрываем мою папочку мои мемы. Баскетбол ногой. Интересно, вы представляете баскетбол ногой? Это, кстати, панели виджетов с различными сайтами. Так раньше было модно. Так, спуск. Начните свое удовольствие с нажатия этой кнопки. Пожизненно. Так, пуск.
Ух ты, какой красивый меню-пульт. Так, напстройка. Мусор. Ищу тебя. Справка. Эвакуация. Что выбираете? Не буду зачитывать некоторые слова. Так, программы. Что у нас тут интересного может быть? Так, стандартные. Геймсы. Так, кубы за 40 гривен, штаны. Старпёр, игра до старых пердунов. Да, это мы. Мы все любим этого, ну вы знаете, поиграл бы ничего. Брохуй. Лежать. Дрыхать. Жить иначе. Срать. Победители. Так, выхухоль делаем. Идем смотреть дальше. Так, геймсы, что тут еще есть? Толкает соль. Челлендж всех вы развели тут. Тут названия почти реально везде заменены. Так. Так, что у нас тут? Связь. iPhone. Так, это стандартная тут соль, я как вижу. Так. Mail.ru агент. Индикатор экспериментов. Экспертов гаджет. Так, преобразование дисков в жирный 32. Сраный архиватор. Монитор следит за тобой. Ух ты ж. Так, так. Сясь Владимир, Красная Луна. Так. Так, вот старый добрики Бэйн. Как говорится. Так, вайфу. Так, вид. Именно вид всеми любимый. Так, служба спасения, вызов духи. О погрому. Бэнд. Угораю. Давайте мы, ладно, вот что-нибудь, то, что мне кусок голову напишу. Если кто не понял, я пишу батами. Можно, давайте еще напишу легенду Бэда. Вы все этих товарищей знаете, им вот огромный от меня привет здесь. Надеюсь, им тоже нравится данное видео. Так, выход. Ну, что-то зависает, когда это сохранение идет. Вообще. Курсор пропал. А нет, вот все, на них все пора. Так, идем дальше. Стартануть. Отвал Мэдди Мурка. Введите компонент или кабель, который требуется отвалить. Что мы сегодня отвалим? Давайте блокнот отвалим. Блокнотик отвалим. Фу, блин. Ну вы поняли. Так. Эвакуация. Вы поняли. Это выход из системы, если что. Так, Windows Update. Давненько не видел Windows 98 этого пункта. Так. Сеансы MS-DOS, как обычно. И шаг. На месте Outlook Express старой версии. Ну, это ничего интересного, грубо говоря. Так. Калькулятор. Калькулятор. Давайте тут посмотрим. А, тут калькулятор просто отображается. Тут ничего толком. Не поменяю. Так, давайте посмотрим обои. Так, какие у нас тут нескучные обои есть? Это какая-то интересная обойна. О, красота! Так, N-Word. Валера Ченнон. Так. Да, вы самое слабое зерно. Горин. Так, здорово. Так. Колдую оптвал. Когда достал диск, лиспом вывод с воздуха, грузки идут, так пузырьки тут, пушные кирпичи, видите тут сколько. Чашечку чая за тех, кто пьет кофе. Установка, давайте поставим номер, так. Так, поставим мы Александра Пушного, легенда. Так. Энергосбережающая функция лучшего сосного прекрасного напштройка. А, это управление электропитанием, так. Так, элемент. Все в порядке тут. План. Обычная Windows. Так. Это различные тут цветные темы. Темы, как говорится. Так, с темы только не будем. Заставки. Ну, заставки здесь остались стандартные. Вот они, легендарные. Вот они, заставочки. Так. Заставки тут практически не поменялись. Это все легендарные заставки. Очень интересные. Когда-нибудь, может быть, про скринсейверы Windows тоже ролик, наверное, сделаю. Если вы одобрите. Нажимаем кнопку ОК и так это появилось тут. Так, смотрим свойства. Свойства система. Видите, система. Так. Компутактер. О, посмотрите. 256 мегабайт оперативки и процессор Pentium 2. Pentium 2 у меня стоит.
вы поняли, что это устройство. Так, PCI устройства не определились, это стандартное профиль оборудования. Это через виски Кона Колда. Так, Кука, Кона, что-то такое. Вы, короче, можете сами текст почитать, некоторые я не могу читать, сами понимаете. Немножко нехорошие слова, может, так сказать. Много не смешной лексики, как многие говорят. Вафелька. Пыш-пыш. Буйная память. Виртуальная память. Ошибка при работе с файлом. Все. Отвал. Так, тут больше ничего интересного. Так, что у нас еще есть интересно? Так, у нас нет места спуск. Идем в спуск, идем смотреть, что там дальше. Надстройка, давайте там посмотрим, что интересно. Панель управления, но толком ничего не поменялось. Только вот здесь темы. Вот здесь темы, как это Windows 98, 95. Так, система, мы с вами уже смотрели это. Ну тут, в принципе, ничего толком интересного больше-то я, скажем так, не осталось. Некоторые элементы тут стандартно написаны, некоторые изменены названия, вот качественный пример, можно так сказать. А остальные компоненты здесь, как говорится, остались стандартными, можно сказать. Подведя итог всего этого обзора, я могу сказать только одно, что от большести, больше интересной, скажем так, не смешной лексики, такая лексика, кстати, бывает, была гораздо больше именно в процессе установки системы, чем в самой системе. Но тем не менее, сборка очень обалденная, мне она понравилась. Первый раз я, кстати, ее установил как раз года два назад, но почему-то обзор только сейчас решил на нее снять. На это чудесные и эксперименты ноте. Каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. И не забудьте поддержать мой канал по возможности и или по желанию донатом. А также подписывайтесь на меня в других социальных сетях, чтобы быть в курсе всех новостей и анонсов к новым видео. Все ссылочки в описании под этим видео. Также для тех, кто хочет реально установить данную сборку себе и, скажем так, тоже можно так сказать постебаться, то ссылочку на данную сборку я обязательно оставлю в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.